Здравствуйте, сегодня снова рубрика «100 флипов» от магазина «Склод». Сегодня тестируем Nike SB, Данки, Dunk Low Pro. На самом деле, кожаные тапки, крутые тапки, ресейлеры будут плакать. Потому что, я думаю, каждый магазин хотел бы иметь такие кеды. Посмотрим сегодня, смогут ли они выдержать 100 флипов. Будем тестировать. Получилось где-то около 70 клипов. И мы посмотрим, что будет дальше. О, еще на отдышке. Прямо сейчас. В принципе, кеды рабочие. Я бы в таких херачил. Еще бы херачил и херачил. Подолью еще немного. Клеим. В принципе, после 70 клипов эти шузы еще рабочие. Причем надолго. Обратно все.
Шкурку приклеил 3 дня назад. Mob Grab. Сами знаете, что они рвут кеды, они стирают. Все нормально вроде. Держится. Можно кататься. Я думаю, что флипов есть, кеды еще в норме, я в них буду еще кататься, по-любому, а может буду понтоваться, гулять. Мы посмотрели, как они работают, устойчивые на 100%, после 100 кикфлипов они еще живы. Думаю, я еще подзолотаю их, клеем. И буду кататься долго и счастливо. Данки, SB, низкие. Данк Лоу Про. С вами была рубрика 100 флипов от магазина Сплот. Покупайте Найки, тем более Данки. Из Найков самые любимые кеды мои, допустим, это Данки. Я уважаю эти кеды. Тем, что они устойчивые, защищают ногу. Да и вообще очень красиво выглядит. Выглядит такой баскетбольный стиль. В них можно прыгать, скакать, бегать, гулять, рисоваться, надевать крутые штаны, кататься на скейте. В подошве все нормально. Эта штука защищает от примы, если что. Тестирую уже 5-й год. Кеды, они реально крутые. Советую всем мир, peace, всем своим привет. Это была рубрика 100 флипов.